Посевные работы в Южно-Казахстанской области подходят к концу. Уже через несколько дней завершится сев хлопка. В этом году почву обрабатывают по новым технологиям. Ее разрыхляют до 70 сантиметров в глубину. Так проще с поверхности убрать застывшую соль и вредные вещества. Это помогает вырастить хороший урожай. Также аграрии уже приступили к борьбе с вредителями. В прошлом году червяки и муравьи нанесли урожаю большой вред. В этом против насекомых применяется биологический метод и химические средства.